Да, ну вот совсем-совсем, конечно, плохенько. Но Сатурна видно. 23 апреля. Это уже не я, это уже ветерочек шатает камеру. 4:31 по Киеву, в Харькове. 23 апреля 2021 год. Но зато наибольшая контрастность при такой светочувствительности. Видно, что по расположению колец Сатурна видно, что он идет на взлет. Это, в общем-то, и по движению на экране видно, что он только-только стал над горизонтом. Сейчас пойдем быстренько посмотрим Юпитер и потом переключимся на другие режимы съемок, при которых видно будет лучше. То есть сейчас объективно уже светлее, чем это видно на экране, но это специально я занижаю светочувствительность, дабы разглядеть наших красавцев во всех подробностях. До Сатурна 1 509 000 000 км. И как сказал вчера случайный мой новый знакомый Дима, мне сложно это представить, но это невозможно на самом деле, по-моему, представить. Человек не может оперировать такими расстояниями. Касательно своего жизненного опыта, пройденных километров, налетанных часов. Так, это ветерок. Так. Ну что, но все равно намек на полосы Юпитера я вижу. Экваториальные полосы. Да, спасибо, конечно, вчера кто поправил меня, что это кольца Сатурна, а не кольца Юпитера, как я описал в описании. Обозвал. Хорошо. Это дубль первый. Переключаемся на другой режим съемки. 4:34 по Киеву, Харькову.